В Подмосковье с 1 сентября исчезнут очереди в регистратуру. Ведь с начала осени пациенты смогут записаться на плановый осмотр по единому бесплатному номеру. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах. Единый бесплатный номер для записи 8 800 550 50 30. Нововведение значительно упростит процедуру посещения врача для жителей Подмосковья. Помимо бесплатного номера, записаться можно будет через портал государственных услуг Московской области или через информационный терминал в поликлинике. В этих случаях можно будет просматривать историю посещений в онлайн-режиме. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.